Здравствуйте, меня зовут Оксана, мне 32 года, у меня четверо деток, старшему 11 лет, среднему 5 годиков, дочке 2,5 годика, и вот четвертый родился 3 недельки назад. У меня очень хороший муж, но он много работает, поэтому в основном все дела на мне. И в то же время у меня очень много желаний, очень много целей. Но в основном они так и остаются у меня в голове, потому что не остается на это силы времени. И поэтому для меня так важно пройти мама-план, попасть на него 2017, потому что хочется это все прописать, это все проработать, чтобы это было не в голове, а именно уже как конкретное на бумаге, конкретный план, чтобы я это начала реализовывать, свои желания, свои мечты, свои цели. И для этого, ну, конечно, это будет намного легче для исполнения этих целей. И я, в общем-то, неорганизованный человек, и я этому постоянно учусь. Но хочется уже не учиться, а конкретно перейти к действиям. Уже действовать начать. Не только учиться, не только читать, а еще и действовать. Поэтому еще у Светочки Гончаровой, мне, конечно, очень нравятся ее ценности, ее подход, ее вера в Бога. И, ну, в общем-то, да, мне нравится ее конкретность, как она все преподает и дает. Поэтому я очень хочу попасть, пройти на мама-план 2017. Спасибо за внимание. До свидания.